Сегодня будем снимать мы опять Майнворлд на карте Антопес. Играем для вас опять за красную команду. А, точно, это железо. А где у нас тогда этот? Я скажу, я на этой карте играю в первый раз. Это новая карта. Здесь добавили новые плюхи. Здесь добавили новые киты, кит PvP. Там один на один на всяких штуках, типа зелья, на луках. Вот. Мы сегодня еще поиграем. Значит, что мы делаем? Делаем так и вот так. Так, у нас там кровать. Остается куда? Остается туда. Сейчас. Сейчас. Вот челик. Наверх ведь надо строиться. Наверх. Хоп. 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 Я вам скажу то, что если он будет нравиться, то буду дальше так снимать. Если нет, то как бы говорите, что не так, что как. Ну, что кому. Оставляйте побольше комментариев, чтобы я знал хоть что делать. Потому что скажу честно, в Майнкрафте снимать вообще на Ютубе я в первый раз. Так, блин, наушники забыл взять. О, наша кровать застроили хоть как-то. Так, хорошая более-менее команда. Конечно. Не то, что в прошлых играх. Вова! Мы синхронные враги. Так. Вот челик сейчас ровно как раз строится, хорошо. Идет. Так, давай. Ну, я тогда достроюсь. Все равно он первый всего золото доберет. Уже залутал. Скорее всего. Я просто дострою путь, чтобы можно было нормально пойдем. О, идеально. А, краба. Так, бегим. Как говорится. Нет, он все побежал. Обратно на базу, это хорошо, что не побежал нашу. Значит так, сейчас я буду действовать по так называемой тактике план капкан. Сейчас я просто бегу и пытаюсь сломать кровать сразу же. Да, вряд ли получится, но попробую, стоит. Так, сейчас куплю, ладно, уже вот это, все равно ничего не потеряет. Вот это и вот это. Все поперли. Так, деревянный. Блин, надо было еды взять. Забыл. Ладно. Ту-т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 у. Ах, это ж синий. Давай, шо ты? Шо? Так. Ну, это не синий, карамба. Где синий? Он синий, а как они допрыгнул? Ай, меня бьют. Ладно. Валим. Хотя, скорее всего, меня сейчас все-таки убьют. Чем я свалю. Ай, ну да. Карамба. Ладно, не получилось. Попробуем тогда просто добиться. Ну и у нас уже этим устраивают. Это хорошо. Дайником. Так, куплю, наверное, меч. Мечанский.
Попчанский. Так, меч. Надо музыку какую-то включить, да? Ладно. Сейчас. Доиграем карточку и включим. А, точно. Чё я побежал-то? Пустой. Самое главное, железо взял, а побежал пустой. Так. Вот это. Что там еще? Вот это можно взять. Вот это. Так, 2, 3, 4. Так. Вот так. Все, попробуем. О, наш убил какого-то синего. А, нет, это убит. Все время путаю, потому что на других сериях обычно первое имя кто убил, а потом кого убили. А тут слегка по-японски написано. Ну что там? Синенькие. Так, что-то меня подлагивает. Это плохо. Не надо, чтобы меня подлагивало. Так, наш красный. Это все нормально. Это опять наш красный. О, золото. Хоп. Хоп. Так, опять же наш. Я, пожалуй, пойду на базу, обменяю золото на железо. И куплю себе получше грудак или второго. Челик стал что-то. Сейчас лук. А, это они типа вместе. Ладно. Кстати, может быть кому-то пати кинуть, типа вместе с кем-то играть. Именно просто вообще с пацаном каким-то, непонятно. Типа не по скайпу, а просто. Да, и челик. Там. О. Кстати, можешь скрафтить алмазный блок. Ой, какой алмазный железный блок. Чего бы и нет. Так, вот это вот. Так. Меч второго и кирку можно второго. Так. Все, можно еще, в принципе, железо скинуть, потому что мне оно больше не понадобится. Идем, значит, за золотом. За золотом. Ай. Так, потихонечку, помаленечку. Красные на синих 5/5. Пока что идем нормально. Ай, челик. Ай, чё у меня так лагает-то? Плохо. Сейчас попробуем как-то сломать. Не надо. Что, аниме? Плохо тут то, что тут перезарядки после убийств нету. Так, ну сейчас я по крайней мере растаскаю их, типа они останутся без брони. Как минимум одного слил, это очень хорошо. Хорошо. Для них это получается будет минус. Так, сейчас я попробую зашить их только чуть-чуть другим способом. Значит, покупаю сейчас самый хреновый сет. Так, дальше. Вот это вот. Да. Так. Покупаем вот это. Вот. Да. Хотя можно менять, в принципе. Чего нет? Лупел. Так, купить еще можно штаны. Так, вот это.
так-то лучше. Так, меч на всякий случай, мало ли все-таки они будут слишком агрессивные. Блин, опять мне дают затылки. Сейчас все будет, сейчас все будет. Я тебе, я вам говорю, сейчас все будет. Так. Бегим. О, все наши прессуют их вообще. Жестко. Так, отлично. Так. Так, ну чё, я побежал. Там кто-то за мной идёт. Отлично, пошли. Так, сейчас зарашим, я вам говорю, сейчас зарашим. А, нет, вот этого надо убивать, у него, блин, меч за 5 кусков золота. Так, все, он просрал свои 5 кусков золота. Отлично, самое главное было его вынести, поэтому я только на него шел. Так, ну все, сейчас зарашим. Сейчас все будет, они там пустые почти. Сейчас должны быть. Берем грудак второго, нужно взять меч первого. Так, немножко вот этого добавится. Да. Купить себе вот это вот. И вот этого добыл. Ай, блин, не то купил, я хотел кирочку хилую самую купить. Так, ну ничего. Сейчас, сколько на то стоит? Я не помню, 4, по-моему. Да, 4 бронзы. Ай, ну, купил, ладно, на потом. Так, так, все, бегим. Что там? Как? Я, кстати, буду несколько видео брать и просто смешивать в одно специально. Так что, если захотите, то могу потом как-нибудь, когда будет побольше видео, абсолютно все видео слить в одно. Так, самые два самых новых, или три самых новых, скорее всего, буду в одно вливать. И потом, типа, все. Синих, знаешь, есть ли тут кто-нибудь? Кто-нибудь? Так, ну ладно, железо пытаю. Кстати, надо хапчика купить. Будет интересно, если он сейчас сломает нас. Конечно, это будет ему неимоверно тяжело сотворить. Но как-никак он может это сделать. Все, отлично. Похаваем. Чуть-чуть я переборщил со стейками, но ладно. Надо набрать 10 железа и по компасу его вычислить. Типа купить компас, там показывает игроки, где находится. Эх, что за люди. О, ну все, победа. Ой! Вильям читает и выглядит.